Межпредсердная перегородка разделяет правое и левое предсердие сердца. Дефект межпредсердной перегородки – это, по-простому говоря, отверстие в сердце между этими двумя камерами. Но как оно формируется? Когда сердце только начинает развиваться, ткань, первичная перегородка между левыми и правыми предсердиями растет, медленно создавая две отдельные камеры, закрывая этот промежуток или первичное отверстие. Затем первичная перегородка сливается с эндокардиальной подушкой. Это выпячивание эндокарда в атриовентрикулярном канале сердца зародыша. И она полностью закрывает отверстие. Тем временем в верхней части появляется отверстие, называемое остеум секундум или вторичное отверстие. Также есть вторичная перегородка, которая растет уже вниз, справа от первичной и покрывает вторичное отверстие как занавеска оставляя небольшое отверстие, называемое овальным, таким образом создавая импровизированный клапан, который позволяет крови течь из правого предсердия в левое, но не наоборот. Развивающийся плод получает насыщенную кислородом кровь из плаценты, которая идет от пупочной вены к правому предсердию. Напомним, что после эмбрионального развития в правое предсердие поступает только деоксигенированная кровь, а затем отправляется в легкие, чтобы оксигенироваться. Однако у развивающегося плода она уже насыщена кислородом, поэтому вместо того, чтобы попасть в правый желудочек, легкие и обратно в левое предсердие, она просто обходит правый желудочек и легкие через овальное отверстие и попадает в левое предсердие. Затем кровь поступает в левый желудочек и перекачивается к органам. При рождении вторичная и первичная перегородка закрываются, а затем сливаются и закрывают овальные отверстия. Дефект межпритерной перегородки, или ДМПП, это состояние, при котором перегородка между правым и левым предсердиями не закрывается полностью и остается после рождения. В 90% случаев ДМПП виновата вторичное отверстие. В основе лежит недостаточное развитие вторичной перегородки в эмбриональном периоде. ДМПП занимает долю в 10-15% от всех врожденных пороков сердца и является наиболее распространенным пороком сердца у взрослых. Реже ДМПП возникает из-за первичного отверстия. Этот тип обнаруживается примерно у 25% пациентов с синдромом Дауна. Развитие ДМПП также обусловлено алкогольным синдромом плода. Допустим, это отверстие имеется. Что же будет дальше? Давление слева намного выше, чем справа. Эта разница давления заставляет кровь перемещаться из левого предсердия в правое. То есть более насыщенная кислородом кровь переходит в правое предсердие, которое обычно содержит деоксигенированную кровь. Этот тип порока относится к так называемым бледным порокам сердца или а цианатическим, потому что насыщенная кислородом кровь попадает в малый круг кровообращения и по сути просто совершает дополнительный путь к легким. Напротив, цианатический порог позволяет деоксигенированной крови обходить легкие и добираться до органов, вызывая посинение кожи или цианоз. В первом случае наблюдается увеличение насыщения крови кислородом в правом предсердии, правом желудочке и легочной артерии. Этот дополнительный объем крови, проходящий через легочный клапан, также вызывает задержку его закрытия по сравнению с аортальным. Эту небольшую задержку можно услышать при аускультации как расщепление звука С2, а также в некоторых случаях систолический шум. Возможным осложнением ДМПП является развитие эмболии, Например, у человека с тромбозом глубоких вен, часть тромба может оторваться и стать эмболом. Обычно эмбол попадает в правое предсердие, затем в правый желудочек, а затем в легкие, где застревает. Вполне возможно, что эмбол переместится в большой круг кровообращения, и в этом случае он может попасть уже в системный кровоток и осесть в головном мозге. Эта ситуация называется парадоксальной эмболией потому что эмбол образуется в малом, а уходит в большой круг кровообращения. Дети с ДМПП нуждаются в наблюдении в течение некоторого времени, потому что небольшие отверстия могут закрываться сами по себе. При больших отверстиях требуется хирургическое вмешательство. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, расскажите о нем друзьям, поставьте лайк и прокомментируйте. Это очень помогает развитию канала и нашей работе.